сообщи подписчикам. Маша, я забыла купить масло. Я хотела сделать тесто. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу Машеньке сделать опять кабачки. Но я совершенно потеряла. Знаете, просто у меня пропала... Машенька, так, присоединились, это я говорю. Тебя, Маша, кто-то вот... Лёвочка, видеозвонок. Ну? Лёвочка, я в эфире, Жзай. Не знает. Да, мы шкурку снимаем с курицы, будем сейчас вот сварить. Варите, я сняла. А вот или вы представились так, что вы это слово. Наверное, вы представились. Потому что никто всех разный, а так сущность, которую вы написали, это ваша сущность. Старый. Ура, ура, ура. Ой! Ой, не стойте. Машенька. Маша, я потеряла наш чемодан, который вы чистите. Я вынуждена чистить опять ножом. Чистить. Да, будем готовить, дорогие друзья. Сегодня. Наконец-то. Нас видно, нет? Маша, сядь, пожалуйста, и сиди. Вот ты должна сесть. Покажи, что ты готовишь. Ну, я сейчас хочу найти. Нас видно или нет, скажите? Не, мы только вышли. Мамочка мне готовить будет сейчас. Мам, покажись, тебя видно или нет? Я сейчас кабачок почищу. Дорогие мои. Помните, я говорила, ну вообще кабачок сначала надо картошку. Ну, вообще все равно. Я уже помыла. Очень удобная вот такая вот чистилка. Я как-то купила, в электричке ездила. Там продаются. Ну, она везде стоит. В общем, она стоит 100 рублей, по-моему. И я свою забыла очень хорошую у своих племянников. Вот я когда ездила на день рождения, ну, я там забыла кое-чего еще. Ну, неважно, потом они отдали. И сейчас я буду делать опять кабачок. Ну, немножко сделаю, потому что в прошлый раз Машенька много не съела. Маш, я не могу, когда мне в глаза бьет. Знаете, я не могу. Она мне сделала, что мне в глаза бьет, а мне это очень вредно для зрения, вообще это нельзя. Ну, и у нас перегорел свет. Знаете, как-то Маша вот так делает вверх. Нет, это не так. Вот как-то она раз так, вот так вот, и что-то выскакивает вот. Выскакивает фонарик, все. Ой, вот, наконец-то. Вот сейчас я фонарик отключу. Слава тебе, Господи, убрала. Вот. Я сегодня отдала, пошла в ремонт чемодан. Отдала в ремонт машину. Молния у нее сломалась на комбинезоне. Вообще, по-моему, вот я не понимаю, почему. Казалось бы, свет. А свет должен на меня, а он мне в спину. Ну да. Вот. Сейчас картошечку почищу. Ну, примерно, наверное. Ну, где здесь все? Вот они все. Маш, ты не бегай. Тебе не надо это делать. А, зависает, да? Зависает? Серьезно? Ну, почему интересно? Маш, я немножко сделаю тебе, хорошо? Чего? Все немножко, чтобы свеженькое. Потому что ты в прошлый раз не больно стала есть. Не очень-то стала есть. Маш, ты смотри, что тебе пишут. Я вот смотрю. Смотрит. Папа наш в Самаре. Да, папочка в Самаре. Ну, Маша, волосы не спали. Мы папе предложили полететь с нами в Таиланд. Так, ну как? Но он, к сожалению... Не может, он работает. Отказался. Да. Что, вот такие Маша, дела. Ну, ты действительно так думала, да? Маш. Все нормально. Мам, а с чем мне чай можно? Будешь чай? Маша, если честно... Покажи, что ты делаешь. Я? Ну, сейчас я сниму накид. Что ты делаешь? Это я бульончик тебе варю, куриный бульончик варю. Кабачки как делать? А, кабачки я еще не сделала. Буду сейчас делать. Как я? Картошку сейчас почищу. Сейчас почищу картошечку. Я, значит, купила, знаете, я люблю на косточке.
не просто вот чистое филе, а Маша любит косточку вот эту обязательно. Маша, Маш, ты в курсе, что у меня со зрением? И мне свет вообще нельзя в глаза, поэтому я не смотрю туда и не буду смотреть, потому что мне это вредно. Сейчас я буду делать кабачки. Знаете, это очень вкусно. Кто пробовал уже, они знают. Я чищу еще картошку. Вот такой кабачочек взяла. Такой кабачок почистила. И вот такие вот три картошечки. Еще луковичку надо будет обязательно. Потом я все это порежу кубиками. Сложу. Вот сейчас на дно. Вообще надо маслице немножко класть. Но Маша как бы противница масла. Маша, положить масло, нет? На дно. Или ты не хочешь? Просто с водичкой делать. Мама, вкусно, запах через экран. Маш, я тебя спросила. Что? А ты не слышала? Маш, ты в курсе, да, что у меня со зрением? И свет вообще нельзя мне в глаз. Мам, тебя не видно же, нифига. Ну, не видно, значит, ты разговариваешь. Просто рассказывай, показывай меня со стороны. Вот и все. Сейчас я буду. Где у меня? Мама готовит кабачки. Мне. Кабачок с картошечкой, дорогие мои. Кабачок и картошечка. Ну, это главное там, знаете что? Главное там подливочка, которая в конце в самом делается. А из чего она? Сейчас мигом. Сметана, яйцо и зелень. Я купила пучок кинзы и пучок петрушечки. Ой, укропчика. Можно было еще петрушки, но Маша как-то не очень жалует петрушку. Она любит кинзу очень. Да нет, только вышли. Мама была в магазине. Я не только в магазине. Чемодан отдала в ремонт. У нас когда-то Маша ездила во Вьетнам или куда-то. И, представляете, из аэропорта приехала, а у нее... В Сингапур мы летали. Да, в Сингапур. А колесо было стерто, прям скошено, как будто отрезали. Я не представляю, как это можно отрезать пол колеса в самолете. Ну? Так это у нас в багажном отделении так киданули. Ну как так киданули? Так, мам. Ну так они должны были вам или... Никто ничего не должен. У тебя в Италии багаж весь потеряли. Ну что? Ой, да-да-да-да-да. А ты говоришь. Ой, вы знаете... Со всеми бирками, блин. Был такой случай, когда я... Причем купила в Италии много всего. И у меня потерялся весь чемодан абсолютно. Ну что-то... А мы два было чемодана. Один был целиком с нами, а второй почему-то... Но нашли. Аэропорт, товарищи. Такая фирма веников не вяжет. И... А вы знаете, что я вспомнила? Когда Маша говорит, не бросайте в воздух слова, чтобы у вас этого не было. И вот, вы знаете что, я когда-то начала изучать немецкий еще. В театре были, и вот солист один пригласил шикарного, я забыла его сейчас уже имя, пригласил очень хорошего, ну, педагога по немецкому. Я изучала еще и немецкий, начала. И там такая фраза была хорошая, что-то «mein Weg ist West», что-то «mein West ist Weg», «mein Weg ist West», в общем, что-то, короче, пропал, мой чемодан пропал. И вот мне прилипла эта фраза. И говорила я ее, говорила, договорилась. Нельзя нести воздух, как Маша правильно говорит. Только все хорошее, ребят, только хорошее все. Режем кубиками картошку. Вот так, режем кубиками картошечку. Сначала полосочками. Я делаю мелко, специально, чтобы это быстро было. Чтобы очень быстро. Маш, ну что, кладем на донышко немножко, нет? Чего? Маслица сливочного, нет? Знаете, на донышко нужно положить 50 грамм сливочного масла. Но Маша, ну она, правда, сейчас масла очень много ела у меня в связи с болезнью. Я ей все время молочко клала, все время маслица. Кладем на кастрюльку, на дно кастрюльки картошку, слой картошки. Я блокирую всех, дорогие друзья, не волнуйтесь. А, кто плохо говорит? Да. Ну, пускай они говорят. Маш, вы знаете, я совершенно точно верю. Вот идешь по улице и смотришь, хорошее лицо, знаете, хорошее, доброе, красивое лицо. И даже старушки. Обратите внимание, есть бабушки, которые хорошо выглядят в старости, а есть просто жутко.
Это внутреннее состояние. И если человек злой и пишет плохо, у него представляете, что внутри творится, и он еще не знает, может быть, это молодая кто-то девушка, может, молодой парень. У них на лице, как у Дориана Грея, я уже рассказывала, вот будет потом такое лицо в старости, как будет сморщенное, старое и злое. Подожди, я сейчас расскажу про вселенную эфир. Давай. Сейчас проведу. А это правда, Маш, я вот верю. Подожди, я про этот чемодан говорила, вот в результате, вот у меня так и получилось. Маш, а я сейчас буду уже кабачок резать. Машуль. В общем, самое простое. Вы, например, чего-то хотите, да? Начну с простого. Вот даже родители чьи-то, ну, ваши, например, или вот у меня мама, она раньше... Сейчас... Боялась, например, сглазить, да, меня. И говорила всегда. Вы знаете, она очень боится играть на скрипке. Да, все время. А я с детства никогда не боялась играть на скрипке. Да, шла, как будто дома играла. И вы знаете, она это говорила. Договорилась. Видимо, для того, чтобы типа не сглазить меня. И она говорила, она очень боится. Очень. Да. И до чего дошло? До того, что меня перед каждым выступлением начало на нервной почве рвать. Меня рвало за сутки до выступления. И, в общем, потом я всегда говорила, ой, вы знаете... Я такая несчастная, у меня так все плохо, типа, чтобы не сглазить. В итоге у меня так стало в один момент. Стал настолько несчастный, что в один момент оказалась уже на грани жизни и смерти, сами вы знаете. Так вот, я занималась... Я занималась в Индии практиками. Вам показать, что мама готовит или про вселенную? Я не понимаю, что делать. Покажи одновременно, можешь показать и рассказать. Иди покажи. Вот смотри. Что делать? Как мне разорваться? Или что? Маш, подойди на секунду. Я уже все принесла. Что... Я кабачок, сейчас будешь делать, я кабачок пока кладу. Вот смотри, слой картошечки, слой кабачка я сделала. Вот смотри. Так, все. Сейчас я тогда маму покажу. Ну, вот мало, конечно, кабачка. Я сделала слой картошки, вот покажи, не меня показывай. Слой картошки сделала, а сейчас слой кабачка вот так же кубиками, так же режу кубиками. Вот смотрите, раз и квас. Вот. Очень хороший кабачочек. Я выбирала, чтобы он был чистенький со всех сторон, не гнилой. Там есть такие уже, знаете, не очень. Но я знаю, что это, кстати, сегодня Ливан меня как бы надоумил, потому что он сказал, что Маше нужны овощи. И я подумала, действительно, ей нужны овощи. Овощи я так и сделала. И лук нужен. Вот берем кабачочек, так же, видите, полосочки. Короче, давайте дальше доскажу. Давай, потом я лучок. Вот смотрите, я сейчас посыплю и лучок сверху еще сделаю. Я тебя сейчас заблокирую, Зай. Потому что я очень сильно болею. А ты пишешь говно. А что пишешь? Машу. Вот. И, в общем, в какой-то момент, когда я занималась даосскими практиками, была в Индии, я поняла одно. Даосский – это Китай. У меня, вы многие знаете, это учительница Светлана Лин, гениальная. Да, да, да. Просто потрясающая. У нее один урок стоил 100 000 рублей.
Вот как такое может быть? Только я начала, написано 3% заряда, мам. Ну, заряди, у меня вон внизу стоит, сейчас я там тебе. Сейчас, в общем, вам, раз уж начала, сейчас все скажу. На. Это важно. На. Я очень часто на проекте повторяла о том, что я отечная, страшная, толстая, никому не нужная. В итоге Ксюша Бородина начала говорить на одном из ток-шоу, что типа тебе уже последнего бомжа с улицы надо. Это все были мои мысли. Моя ключевая фраза на проекте была: это трагедия. Короче, все это фигня. В один момент я поняла, что все, что мы посылаем в космос, да, я верю. Это считывается. Все. Все, что вы захотите, будет с вами сразу. Самое элементарное, с чего может начать каждый человек, да? Без тебя проект скучен. Хорошо. Это не важно. Главное, что мне без него не скучно. Лина, привет. Я приехала к Голланду. Он сказал, что к нему приходили люди, которые были больны по 80, по 100 лет. Ну, не по 80, по 100, а которые всю жизнь были больны. Одна девушка пришла, женщина, бабушка молодец. Ей было 82 года. Она не выходила из дома в течение 60 лет, мам. Ну, что-то она прям нет. Ну, 60 она не пришла. 50 лет она не выходила из дома. Ну, не важно, сколько. И он сказал, что самое главное – это сила мысли вообще. Он не стал показывать этих пациентов. Кроме силы мысли, ребята, вас ничего не вылечит. Да, сила мысли. Панические атаки, деперсонализации. Вот не называй, так, название не надо, называть все. Успокойся. В общем, все это фигня. Просто рассказывай, и все про нее, про бабушку Волоска. Вы берете свечки. Это самое простое, что у вас есть. Я беру свечки из Израиля, которые зажигала, когда был огонь святой. Да. Но вы можете взять любые свечки, те же самые матроны, приложите к мощам, придите, да, и все. Да просто освещенные можно, наверное, Маш. Вы просто садитесь, когда у вас есть время. Но чтобы не было рядом телефона обязательно. Поэтому сейчас у тебя есть телефон, как-то либо авиарежим включаете. Берите свечки. Включайте себе ароматические свечки, которые продаются. Вы просто садитесь на середину комнаты, да? В позе лотоса, как вам удобнее. Вы просто протягиваете руки, да? Вы настраиваетесь. Просто у меня это уже настроено, да? Я вот даже сейчас вот так сделала. У меня уже идет столб. Короче, многие подумают, что я больна. Можно? Перебью? Нет. Смотрите, вот я сейчас покажу вам. Вот я сделала слой картошки, сверху слой кабачков. Прям подряд. Кладу, не мешая. Поняли? Кладу, не мешая. Ну, мешаю только немножко. Вот. Что делаешь, мама? Все, Маша, не могу. Поправь, доченька. Ну, все. Все, я больше не буду подходить. Все, извини. Ну, поправь теперь. Поправь его. Маш, ты ее поставила не совсем удачно. Все упало. Хлебницу поставь. Я на баклажан была сальчик поставила. Нет, на баклажан нельзя, наверное, он будет оранжевый. На баклажан облокочу тебя. Вот. Плохо стоит, не стоит. Дурдом у вас. Почему это дурдом у нас? Короче, пишут. Вот, вы просто многие пишут какую-то фигню, но те, кто... Мне верят, можете поверить. В общем, вы берете свечи, садитесь, да, и можете просто принимать вот позу лотоса, руки протягивать кверху, настраиваться, да, и ждать, пока у вас образуется энергетический столб. Вы его почувствуете сами.
Я вам сразу говорю. Главное, чтобы авиарежимы были везде включены. На телефонах. Вы зажигаете свечи свои, да? Которые у вас есть. И у вас чашка должна быть с водой. Вот. С простой питьевой водой. Мам, ты меня боишься? В каком смысле? Я тебе сейчас что сказала? Ты меня боишься? Ты что, с ума сошла? Что случилось? Все скажут, что ты меня боишься. Представляешь? Да вы что? Конечно, нет. Смешно. Какая мать боится своей дочь? Так, Маш. А? Мне досказать не дают. Давай, достать. А ты доскажи. В общем, тем, кто интересно, я доскажу. Неважно, сколько у вас свечей. Совершенно. Просто у меня, я беру израильские. Вы можете брать любые. Даже одну. Да? И вы говорите во Вселенную. Вот что... Вы не говорите, что вы хотите, да? Вы говорите в формате того, что вы считаете, что у вас уже есть. Например, у меня там будет, я не знаю, $1,000,000. Все, что вы хотите, да? Я там буду, кем вы хотите. И, например, вы хотите мужчину, да? Вы говорите все, что вы хотите, черты. И вот вы безукоризненно верите в то, что вы говорите, да? Безукоризненно. И это нужно делать 2 раза в день. Это всем помогает. Абсолютно всем. Просто нужно отправлять вот эти посылы. Знаете, я не буду вам, наверное, больше ничего говорить, потому что меня начнут там называть дурой. Но это невозможно. Мама сахар сыпет. Кто-то мне говорит, что я тупая. Поэтому я не хочу ничего рассказывать. Мать, ты знаешь чего? Пизду, короче. Мам, да? Просто ты все понял. Ну, ладно, что? Мам, мне это... Маш, для меня это серьезно. Нет, а я ведь слушаю, и я взяла себе на вооружение. Ты не представляешь даже. Вот вы знаете, это ведь такие... понимаете? А если говорить все время правду, плохо, плохо. Ну, реально, вот я вам серьезно говорю, это у меня про багаж получилось. Вот точно. Теперь, когда я говорила, Маша, вот боится, боится, нельзя это тоже говорить. Вообще, ну, только, Маш, не обращай внимания. Короче, как штрих пишет? Каждый дойдет самостоятельно. Да. А как штрих, ребят? Мы тоже не знаем. Нет, только что. Я начала делать, ой, горят. Короче, не хочу ничего говорить, потому что это очень серьезная тема. Я сейчас, когда с вами общалась, я на самом деле потоки настраивала на вас. Потому что, когда я общалась вот с этой Светланой, да, впервые, я думала, что это все херня по телефону. А она в это время меня учила вообще всему этому, вот на расстоянии. И мне очень обидно, что вы все насмех поднимаете. Ой, Маш, ты что, реагируешь? Да. Так это насмех-то поднимает кто-то. Ну, Маш, ты знаешь, если честно, нет, когда ты говоришь про $1,000,000, я в это, ну, загадать можно. Я утрирую, мам. Ну, ты утрируешь. Причем здесь $1,000,000? Ну, да, я понимаю, ты утрируешь, конечно. Ты выпила... Сколько сейчас времени, извини? Это просто... Важнейшая информация. Ну, установка. Просто то, что установка, вы да. Что? Настраиваете энергетические волны, связь со Вселенной. И вы можете внушать да. И вокруг себя формировать ауру, которую она считывает. Ну, и вокруг быть. Вас будет формироваться новая реальность. А знаете, я вам так скажу. Я сейчас вас даже настраиваю на это все. Вот какие-то звезды ведь приезжают из периферии откуда-то. И они чего-то хотят. Они хотят. И они не просто хотят, они ведь думают действительно об этом. Они посылают действительно в космос мысленно. Я просто знаю. И они добиваются мало. Если бы я вам сейчас могла рассказать, что о чем я маме говорила да, избылось, в сентябре. Да, это да. Несбыточная была мечта. Да, для меня оказалось. Для всех. Для... Ну, оказалось, правда. Я сказала, у меня к январю это будет. Просто. Да, и это было. Просто поймите, да?
Я доскажу. Вы сидите, говорите, у меня, например, я буду самый известный кем-то там. Или я буду путешествовать по всему миру. Прям четко формируете желание, да? Дальше. Ну, надо не просто сидеть, сложа руки и ждать. Нет, надо это делать. Мам, не важно. Нет, ну как? Послушайте, вы зажигаете свечи, да? Вы это все говорите. После этого. Да, говорить или в настоящем я уже имею. То есть, если вы, например, после этого к вам придет подруга, и вы ей скажете, слушай, у меня жизнь говно. Даже если вы это скажете, чтобы она типа вам не завидовала, а на самом деле у вас все нормально, это все будет считываться. Неужели правда? Да. Может быть, правда. Если вы прибедняетесь даже специально. А вы знаете, раньше говорили, как у вас дела? Он говорит, да так, ничего, не очень плохо. Она говорит, все хорошо. Потому что вас и спрашивают-то просто так, по сути. Действительно, Маша, в этом ты права. Надо говорить, все хорошо. Да, я страдаю хуйней, дорогие друзья, вы правы. Вот. И просто после этого вы берете свечи, гасите в воде и выпиваете. Водичку? Короче, я вам рассказываю бесценные вещи. А те, кто не верит, как бы думают, что это глупость, у вас есть, ну, вы на это имеете право. Да, имею, конечно. Просто нужно безукоризненно верить. Верить в себя надо, Маша. Богу, Вселенную, просто. Даже если, знаете, вы много говорите, да, но у вас там не сбывается, нужно не переставать в это верить. Ну, не просто, Маша, верить, не просто. Не важно, на какую воду, на святую или не на святую. Она от ваших мыслей станет уже для вас святой. В общем, да, свечи гасить в воде. Делать в любое время, когда вы чувствуете, что вы полны энергии. Но можно сесть, начать делать, и вы уже понимаете, что вы на волне. Я говорила всегда, что у меня будет. И я безукоризненно в это верила. Для меня все-таки говорить там, например, слушайте, у меня это есть, а у меня этого нет. Для меня это как-то стрёмно. Ну, это мое мнение. И воду выпить всю. Поверьте, я вас сейчас настроила на эти волны. У вас все будет газировано, не подходит. Ну, то есть, вы скажите, например, у меня будет, например, вот такой мужчина, вы загадываете точно. Или там ребенок вы хотите. Может, вы загадаете себе мужчину хорошего? Я не могу сейчас на мужчину работать. Почему? У меня другие сейчас планы. Да. На полу сидеть. Обязательно. На полу. Ой, слушай, я тоже. Около окна. А можно, если. Окно лучше открывать и смотреть в окно и направлять потоки. Вот. Хорошо, я поняла, что это бред. Ну, сделаю. Маша, я понимаю тоже. Я не очень как бы, но я. Вот, понимаешь, если честно, а я сделаю сегодня, попробую. Но. Мам, ну ты же клоунадой занимаешься. Нет. Сейчас. Ну ты реально клоунадой. А я реально что-то себе загадаю. Себе-то реальное. Я же не какие-то миллионы долларов буду загадывать. Я себе что-то реальное загадаю хорошее. Почему нет? Ну я всегда говорила, что у меня будет. Я буду. Я стану. Да? Вот. У вас трудовство. Хорошо, дорогие друзья. Ну, я никому не навязываю ничего. Маш, ты понимаешь, ты действительно... Закрывать лучше глаза, честно. Чтобы вы чувствовали... Вот смотрите сейчас. Я не знаю, вам передается через экраны? Ну просто, ну я-то вот эти потоки, вот если бы со мной был народ рядом, вы бы почувствовали. У меня это просто очень сильно, я это нарабатывала долго практиками. Каждый день надо, каждый день, Лина, тебе в первую очередь нужно. Ты просто садишься и говоришь, команда,
Я абсолютно здорова. У меня нет никаких страхов, никаких навязчивостей. Команда. Я закрываю глаза, погружаюсь в состояние спокойствия и умиротворения. Что там еще? Тренинг Голланда. Короче, все это внушается. Маш, ну плюс к этому. Я абсолютно здоровая. Ну плюс к этому. Лина, ты должна себя внушать. Развиваться надо, развиваться. Читать, конечно, просто читать, развиваться, не просто сидеть на месте. Вот я знаю, что у Голланда была девочка, которая сразу какое-то дело себе завела. Просто здорово показали ее. Прям она... Как у него команда спокойствия целый день или как это? А, команда, у меня ровный фон настроения весь день. Да, весь день ровный фон настроения. Нет. Нужно это делать один раз в день, можно два. Свет лучше выключенный, чтобы не было электричества. Авиарежим. Вот. Глаза закрывать. Сидеть в этой позе. Потом зажигать свечки. Продолжать все это говорить, гасить их в стакане, благодарить Вселенную, выпивать и все. А ты знаешь... Воды не важно сколько. Сколько вы хотите. Вы знаете что? Ну вот, вы думаете, это Маша... Первая так думает. Ко мне, кстати, приходила женщина одна, очень, знакомая. И она мне сказала то же самое. Вы начинаете понемножку, загадывайте, что-то, ну так. И она говорила, вот я хотела, чтобы у меня была квартира здесь, а потом я, говорит, хотела, чтобы вот она у меня была в таком месте, но я просто мыслила, думала, хотела. И, говорит, и в результате вот как-то сложились обстоятельства, что у нее там квартира, где она хотела. Ну, я не знаю. Короче, дорогие друзья, все это не шутка. Пока я с этим не столкнулась. Нужно, все зависит от вашего внушения. Что вы будете посылать, то у вас и будет. Все. Телефон, как он здесь оказался? Мне плевать, сколько зрителей. Это не зрители, это моя семья, у которых свои дела. Да. Они уходят, приходят, но они всегда рядом. Можно говорить много желаний, много, сколько вы хотите. Маш, тебе разогреть щи, может быть, пока? А? Щи разогреть тебе, дочь? Маш, ты напрягаешь горло, тебе нельзя, лапочка. Щи разогреть? Да, нет. Нет? Любые свечи, церковные, конечно, церковные. Маш, щи ты не хочешь? Почему? Я буду кабачки ждать. Ну, жди, конечно. Просто я человек очень такой. Я верю во все. И желаю всем только добра. Свечки держать, да. Вы знаете, мне сказали такую вещь. В Москве нужно быть овчаркой. Неправда. Прожить. Вот. Неправда. А Маша говорит, нет, мам, нет. А я, нет, я-то тоже считаю... Свечки только в руке, только, знаете, в руке. Я как-то немножко даже ожесточилась в Москве, потому что, ну, приходится и вот и в метро ездить, и бегать туда, не сюда, надо. И много всего. Нет. Но Маша говорит, нет, мам, нет, я, говорит, не буду, вот, ну, овчаркой. В общем, вот так вот. Нет, я очень... Садитесь, скажите, держите все и загадывайте, все, что хотите. Мам, все это, если бы я... У меня народ, многие ничего не понимают, не воспринимают. И не надо, это не ваше, это трудно понять, что загадаешь себе миллион долларов, он тебе будет. Я понимаю, что ты лишнего там говоришь специально, чтобы было меньше, но, понимаешь, а это вот, который, кто она, китаянка? Ну, мой учитель, что? Да, а вот у нее сбылось все, она говорила, да? Слушай, да я даже... Не буду говорить, что у нее есть. Ну ладно, не надо. Так, вот горло надо пополоскать. Я тебе заварила ромашку, дочь. Какие-то комментарии много негативных. Ну, потому что, Маша, люди, даже у нас ведь люди как? Если они
неважно, кто ты, мусульманка или христианка, ты садишься и просто загадываешь посыл во Вселенную. Это неважно. Ставь себе палочки ароматические по периметру, которые продаются. Зажигай и говори. Все. Самая сильная поддержка от Вселенной. Просто те, кто мне верит, они меня поймут. Лучше делать это с 19 до 21.00. Держать в правой руке свечки для тех, кто христианин. Воду на полу гасить, воду выпивать. Те, кто надо, поймет. Тем, кому не надо и не надо. Все. Ну, без помощи. Теперь о еде. Просто вы можете делать, так, отписываться мне в директ. Кто меня понял, я вам буду дальше давать указания, да, следующие этапы. Маша, как больше показываю. Еще добиваться всего. Показываю. Делать каждый день. Но когда вы не болеете. Яйцо расколола. Тихо показываю. Яйцо. У мамы яйца, ёб твою мать. Звонящие яйца. Это я вам соус показываю. А ты не помнишь, сколько я сметанки должна положить? Ну, 2 ложечки положу. Давайте 2. Хотя, может быть, и больше надо. Но у меня немного. Кладу 2 ложки. Смотрите. Размешиваю. Надо вилочкой, конечно, вилочкой. Ничего. И сейчас еще положу сюда зелень. Вот смотрите, зелень у меня укроп и кинза. Я кладу вот это. Сколько? Ну, вот так. Маш, больше хочешь? Хочешь больше? Маша любит зеленью. Ну, вот я думаю, хватит на ту порцию, которая есть. Вот так. Не хватит, неси свеженькое положим. И размешаю еще раз. Это размешаю. Вот когда будет у меня готово, прям буквально вот все готово совершенно. И тогда... Нет, романтические свечи не подойдут дождь. Для чего? Для этого. Ой, да вы знаешь, Маша, если уж на то пошло, и все подойдет, лишь бы думать положительно и хорошо. Кто думает хорошо, у того все хорошо. Главное думать хорошо. Вот и все. Ну вот и все. Вот смотрите. Когда будет готово... Это что еще раз там быстрее? А что быстрее? Повтори. Ну вот... Ты слышала, что я тебе сказала? Что здесь? Я о своем думала. Думала, все, не скажу тебе. Ну ладно, Маша, яйцо, сметанка и зелень. Зелень всякая подойдет. Вот смотрите, это у меня будет стоять себе спокойненько. Дорогие друзья, когда все приготовятся, вы поймите, я бы с удовольствием написала пост. Нет, не надо. Но вы поймите, большинство же подумает, нет, да, что я ебанулась. Думушка. Просто если бы мне само это сказали, как тогда, когда я к этому не была готова, я бы подумала, что человек болен. Я могу вам говорить в прямом эфире об этом. Потому что те, кому надо, поймут. Мам, где аутогенная тренировка? Я хочу людям дать. Нет, сейчас не надо. Слишком много. Следующий эфир сделаю про аутогенную тренировку. Говорю первый, последний раз. Вы заходите... Вы садитесь вот в такой позе. Маша, Маш, минуточку. Не надо больше повторять. Ты сказала, они посмотрят эфир, кому надо. Они недопоняли. Ну как недопоняли? Сейчас я принесу все. Как недопоняли? Все допоняли. Все ты сказала. Уже сколько раз говорить. Вот я тоже когда говорю, а потом переспрашивают. Ну зачем? Так, все. Маш, ну что, отбивное будешь куриное? С этим, с кабачками? Дочь? Нет. А что? Курицу я не буду. Не будешь отбивное? Точно не будешь? А что будешь? Вы берете... У меня вот такие палочки из Таиланда. Их очень много. Вы берете... Вот такое корыто.
берете такую палочку. Жизнь наладится у всех. Мне, знаете, несмотря на то, что я была на обучении недолго, мне предложили остаться в Китае и лечить людей. А я уехала. Где зажигалка? Видите, не всем это дано. Моя мама тоже мне говорит замолчать. Понять не всем дано. Мама звонит. Вот вы понимаете, она мать, насмех все поднимает. Я не насмех, я просто думаю, что ты, ну, зажгла, это хорошо получилось. Мам, у меня, не сбивай меня. Люди, говорят, тебе лучше. Сейчас? Конечно, сейчас? Меня в дурку сейчас заберут. Мам, прошу, дай мне сосредоточиться. Я вот сейчас... Ты все-таки тупая. Нет, Маш, во-первых, как ты можешь что-то сделать, если у тебя включен телефон один, они мой. Все... Нет. Я волны передаю. Дай волны через это не передашь. Я сейчас хочу рассказать. Прошу, мам. Перед вами Кашпировский. Вы понимаете? Да нет. Реально, если я рядом дома... Ну, да, правда, она меня энергия однозначно наполняет. У мамы есть. Я прямо... Ой, рука болит, рука болит. Да. У мамы яйца звенят. У меня, да, у меня яйца звенят. Ну, в общем, нет, это я рассказывала про ее бывшего, вот, который меня знал. Я сейчас умру. Да. Я сейчас умру просто. А я вам скажу. Ну, реально, если Маша, она вот меня точно... Умру прям... сейчас. У тебя полотенце хуем становится, яйца, сука, звенят. А я про тренинги рассказываю. Нас сейчас заберут в Кащенко просто. Тише, тише, Маша, спокойно. Ну, ты меня такого недоволен. Все, недоволен. Ты когда сказал, заберут, он подошел, сразу дверь охранять. Молодец. Охранять. Короче, мотозвон. Маш, не... Так, банку, говорит, поставила перед телефоном, вода заряжается. Ну, она правда заряжается. Теперь и читайте «Отче наш». От меня. Короче, продолжим. Наш спиритический сеанс. Вы берете. Что берете? Ну, все, прошу, у меня мама, она... Мама, она съемка. Ну, что я могу сделать? Она вот такой человек. Я не знаю, что с этим делать. Она меня отвлекает. Ну, что опять? Сейчас, я хотела тебя спросить. А если я сделаю в сухарях вот отбивные, такие, знаешь... Блядь, которые... прости, Господи. Я сейчас умру просто. Ну, подожди, ты пока настраивайся. Так. Я тебе тихонько. Отбивные, если сделать... Бля, мам... Ну, я хочу рассказать. Расскажи, то, что ну, прошу важно, тебя. Сейчас люди просто... Я им решила, наконец. Ну, конечно, ты просто болеешь сейчас. Поэтому открываешься, открываешься. Вов, заткнись, идиот, да? Тебя еще не хватало, лох. Машенька, а вот все. Сейчас. Мама настроена. Ну, отбивные будут, не надо. Без отбивных обойдемся. Просто будешь есть кабачки с картошкой. Мам, прошу. Нет, Маша, молитвы. Выключи свет. Мам, я бесплатно провожу сеанс. Ты можешь, ты что? Ну, пусть. Все, готово. Давай. Зачем ты так делаешь, все, Маша, дорогие все. Друзья? В общем, вы берете палочки. Неважно, какие. Ароматические. Они помогают настроиться на нужный лад. Ты, мам, я не могу с тобой, блядь. Я не знаю, она издевается. Нет, я не издеваюсь. Я так нормально ко всему отношусь. Что же мне делать? Я, знаете, вот, честно говоря, еще не прибегала к этому. Не прибегала, но попробую. Потому что я все проблемы за тебя решаю. А я и хочу сказать, не хватает.
хватает маминых. Вот, то есть она сама сделает все, и у меня все. Окей. Маша, можешь мне загадать? Я тебя вылечила, мама, от всех заболеваний. Ты сейчас что прикалываешься? А можно я тебя попрошу? Я хочу людям помочь, сука. Ну что за хуйня? Ты извини, это обращение к кому сейчас? Не к тебе. А к кому? Просто, в общем, присказка. Ну не надо. Я безголосая. Маша, тихо говори. Ну прошу. Маш, ну все, говори, ладно. Все, все, все. Я вот все. Вздохнула. Все. В общем, вы садитесь, да? Значит, вот такая поза. В позе лотоса, да? Садитесь на середину комнаты, где у вас, неважно, да? Напротив окна. Обязательно. Вот. Лучше, когда темнеет. То есть не ночь еще, да, но уже и не день. Вначале вы берете свечки, да, либо одну свечу, либо есть у кого из Израиля, да, и вы просто вот садитесь вначале без них, они лежат на полу, и начинаете чувствовать, как у вас образуется столб со Вселенной. Просто поймите, когда вы живете постоянно в работе, например, в заботах, у вас нет времени сформировать что-то новое. Вы можете о чем-то мечтать, кому-то завидовать. Но если вы начнете в мыслях формировать новую реальность, да, то у вас все это будет вокруг вас заново образовываться. Просто нас с детства родители учили пахать, учиться, еще что-то. И те, кто живет даже в каких-то глубинках, они думают, что нет возможности. Но есть, есть. Вот. В общем, вы садитесь, вы чувствуете, как у вас начинает образовываться вот этот поток. И потом вы начинаете просто формировать свои желания очень четко. Формируете одни и те же за дня в день, да? Потом берете свечи, сожигаете их, одну, неважно, и повторяете все это, пока она горит. И когда вы заканчиваете, вы в чашку опускаете огонь от свечей, да? И выпиваете. Ну, стыдно, мне не стыдно, в общем. Те, кто как бы верит, да, они поймут, что это очень сильно. Вы начинаете формировать реальность новую. И она формируется вместе с вами заново. Вот такие дела. Вы можете меня обзывать, вы имеете на это право. Нет, Машенька, обзывать никто не имеет на это право. Да, проговаривайте, вот, ну, тихонечко вот так вот. Команда. У меня будет ключевое слово «команда». Команда. Вот. У кого есть панические атаки, вы встаете, да, и просто панические атаки, проблемы с головой, навязчивые страхи. Говорите, команда, у меня, я здорова, у меня нет никаких страхов, никаких навязчивостей. Команда, у меня ровный фон настроения на весь день. И формируете тяжесть в правой руке. Когда вам становится плохо, вы говорите, команда, моя рука тяжелеет, правая, да? И у вас сразу все отступает. То есть вы это когда она тренируется. В голове формируете эту команду, да? И все. Ну, дорогие друзья, я никого не принуждаю. Я просто говорила, что я вам скажу. Делит своим. Я действительно жила в Китае, мне предлагали работать, остаться, лечить людей. Просто я поняла, что это огромные силы. Я очень много отдаюсь людям. Просто многие смеются, потому что не готовы пока чего-то понять. Но я вас понимаю. Это ваше право. Вот. Так я солю уже? Маша, может, не буду солить?
Что? Вот это, ну, кабачки. А мне что, голодный быть? Нет, ну, а почему ты только соленый будешь есть? Да. Вот. Ну, Маша, кладу рассольчик. У меня было все, дорогие друзья. Маша, кладу. А? Кладу. Кладу рассол и мешаю. Все, кто будет готов, скажите, я вам проведу следующий эфир по аутогенным тренировкам. Но он будет дольше чуть. Хлеб он будет идти у этой, как у тебя? Часа полтора. Подумайте. Машенька, я кладу. А, подождите, мама там яйца свои кладет. Сейчас. Свои я не положу. Конечно. Блин, шнур сгорел, мам. Я в свечку спалила. Ну ничего. Ну, не, зато я многим сейчас очень жизнь заново сделаю. Давайте. Смотрите, картошка, кабачки, лучок, все готово. Я беру вот это, то, что у меня был рассольчик, выливаю его спокойненько весь. Вот смотрите, вот аккуратненько выливаю. Очень вкусненько будет, мои дорогие. Все. Смотрите, размешиваю. Ну, конечно, я из-за того, что Маша не ест масло, я водички добавляю, чтобы у меня не сгорело, ничего не стало сгорать. Ну, ничего, сейчас делается. Вот до того, когда, вот знаете, чуть-чуть яйцо там как бы скрутится, вернется. Машуль, я тебе сейчас дам попробовать. Ну, подожди немножко, должно. За 5 минут до конца. За 5 минут. Я тебе дам сейчас попробовать. И ты скажешь мне. Маш, ну может я сделаю тебе лапусь, а? Так, сейчас я тебе разогрею. Дорогие друзья, нужно говорить ключевое слово «команда». Команда. У меня будет. А ты, Лида, должна с паническими атаками говорить «команда, я абсолютно здорова». Команда, у меня нет никаких страхов, никаких навязчивостей. Команда, у меня ровный фон настроения на весь день, поняла? Дорогие друзья, я вам рассказывала, мне предлагали. Я отдавала большие деньги, огромные деньги за эти практики. Везде мне предлагали лечить людей, потому что у меня есть дар. Просто, как сказать, не все готовы это воспринимать, и я не была до этого момента готова этим делиться. Вот. Поэтому сейчас, когда у меня появилось время, я решила Маша, я перчить не буду. Вам для помочь. Горлышка. Для горлышка не буду перчить, чтобы тебе горло... От меня идет через телефон энергетика. Огромная. То, что она мне идет, это точно. Потому что вот если бы многие из вас сейчас почувствовали... Какие? Вот я вот даже сейчас могу вот посыл послать. Если вы закрыли глаза. Ну, в общем, у меня этот есть это все. Вот. Ну, я знала, что многие будут смеяться. Многие, поэтому, видите... Тяжело это все, к сожалению, мне. Потому что я-то в эту душу вкладываю, рассказываю вам. Маш, ты не переживай особо. Рассказала и рассказала. Кто захочет, воспользуется. Кто не захочет, не это. Что? Да. Да, позитивом-то это ладно. Короче, как будете готовы, я готова провести вам аутогенную тренировку в прямом эфире. Не буду очень солить. Что солить?
ну вот это, я посолила, но больше не буду. Все. Не хочу больше солить. Ну ладно, сейчас немножечко. Стаса любишь? Жить без него не могу, блин. Знаете, я вам хочу сказать, Машенька, она всем говорит, люблю, там, целую, обнимаю. Ну, то есть, понимаете, она настолько это говорила, всегда говорит, целую, обнимаю, что у нас даже папа один раз, ему звонит знакомый по телефону, а он ему говорит, ну, с кем он работал, там, баянист один, а он говорит, ну, все, пока, целую. А потом сообразил вообще. Ну, то есть, это, знаете... И Маша всегда говорила, и Стас приходит, он говорит, ну все, целую, обнимаю. Почему-то Стас, это за чистую монету, что действительно Маша, может быть, любит его, я не знаю. Но на самом деле Маша говорит это абсолютно всем, она правда любит всех. Это уникальный случай, но у Маши это есть. Поэтому не надо принимать за чистую монету. Когда ночью плохо, ты говори, команда, у меня ровный фон настроения. Да, и посылай вот в эту руку тяжесть. Правую руку. Маша, это Машенька, это ведь просто постепенно. Ладно, я вас научу. Да, это не постепенно. А ты что я тут? Ну вот то, что вот мы были у Голланда, и когда вот насчет руки тяжелее, теплые, горячие, все тяжелее, тяжелее, это реально играет. Вы знаете, раньше я ложилась спать, и у меня, вы знаете, обратите внимание, у вас на лице мысли, вот это все. Лицо в мыслях скукуженное, все, и у меня ванна напряженная. Теперь я ложусь, и когда у меня руки и ноги сами расслабляются, вот Голланду вот просто его памятник при жизни. Вы знаете, все, в машину сажусь, в метро. Встать не можешь, потому что они тяжелые и совершенно свободные, спокойные, понимаете? Точно так, как он научил делать маску покоя на лице, с чего начинать и как. И это вы можете говорать, 100%, что уже есть, это но команда, да. У меня, главное говорить, команда, я говорила, что у меня будет, потому что для меня немножко смешно было, что я, например, говорю, у меня есть, этого нет. Это свечи, я привозила. Вы знаете, Маша, когда еще не знала, из Китая. Она мне говорила, Маша. Из Китая привозилась, вот. Вы знаете, ну, Машке это было еще и до этого. Она говорила, мам, я выхожу замуж. Я думаю, с ума что ли, Саша, за кого выходит, как выходит. Говорит, мам, понимаешь, я еще не знаю, за кого, но я выхожу замуж. Она реально сразу вышла замуж. Ну, это, конечно, удачный вариант. Но у меня, вышла. Как сказать, у меня... Поэтому надо загадывать, за кого ты выйдешь замуж, а не просто замуж. Понимаете? Не просто, а прям представление четкое. И еще, знаете, когда девочка выходит замуж, нужно обязательно познакомиться с родителями и узнать, как минута до конца эфира. Как относится мальчик к матери, к своей. Мам, это... минута до конца эфира. Ну, все нормально, ты все сказала. Как он относится к матери. И вот это самое главное. Как мужчина относится к матери, так он будет к вам. Если он наплевательски относится... Мам, ты все переносишь на бытовой уровень. Ну да, я на бытовой. Все формирует сознание. Я вам все расскажу, ребят. Буду делать... ну все, многие, конечно, издеваются. Ну, хотела пускай, вам досказать, ну ладно. Не надо, все, ты минут, тем более, когда ничего не скажешь. Да. Все, Машенька. Все, завершилось все у меня. Завершилось? Я так старалась. Ну все, Машенька, да ты всю энергию отдала.